рядовой спиннингист, сегодня решил такое видео снять. Вот с лодкой мне пришел подарок вот такой электронасос, автомобильный электронасос. Называется турбинка АС-401. В комплекте три насадки вот идет. Вот таких насадки. Так, мощность 120 Вт, напряжение питания 12 Вольт и. Ну, за три насадки я уже сказал. Вот хочу в этом насосе переделать вот этот штекер, так как у меня в машине прикуривателя нет. Я его снял, там переделал под кнопку открывать багажник. Машина Жигули. Прикуриватель мне не нужен, так как я лет 5 уже не курю. И решил переделать. Но есть там видео, ну как бы люди рассказывают, просто берут, отрезают два провода и напрямую подсоединяют к аккумулятору. Но тут фишка в том заключается, что в этом разъеме есть предохранитель. И получается, они его отрезают. Так я хочу разобрать и туда подсоединить просто провода. И сохранить предохранитель там. Сейчас, вот и предохранитель под кнопочкой. Так, ну, вот такая тут система. Так, и нам надо подключить провода. Так, чтобы предохранитель был задействован в нашей цепи. Вот. Есть провода. Такс. Есть провода. Так, вот один провод прикрутил. Так, тут есть. Сейчас померяю. Тут под провод я немного ножовочным полотном сделал пропил. Вот так, чтобы не курочить этого нам изделия. Так, ну все, тут можно скручивать его обратно. Раз, раз. Так, дальше. Дальше. Берем, вот еще один беру.
провод. Обрезали вот так вот раз, так теперь одеваем вот эту, блин, можно было вот так, короче, раз одели. Ага, предохранитель. Нам надо сделать такую заглушечку. Вот так вот раз. А, стоп. Забыл пружинку вставить. Пружинка раз, предохранитель два. Так, теперь вот это. Компактнее. Во. Все, вот так у нас есть два провода. Есть у меня где-то и термоусадочный кембрик. Не знаю, где оно. Вот замотаю скотчем, тут культурю его. Все, у нас получается предохранитель тут, он функционирует. Два провода к аккумулятору. Сюда я подсоединю, пойду в магазин, куплю два крокодильчика. Сюда. И вот у нас получится, не нарушая конструкцию, сделаем напрямую к аккумулятору. Ну все. Все, всем спасибо. Может, кому-то пригодится. Подписывайтесь на канал. Я думаю, что еще будет интересно. По жидкой воде. Будем ездить на рыбалку, снимать. Щучьи места тут. Щучьих мест тут хватает, где я живу. Так что до встречи на водоемах. Пока. Вот решил доснять видео. Подключить к аккумулятору, так как я его занес домой. Холодно на улице. Так, тут я смотрел, черный плюс у меня получился.
Ну, не важно. Этот зеленый и желтый на плете. Минус. Ну вот. Все работает. Так что, ну все, всем пока.